Здравствуйте. Мы находимся на лабораторной работе «Физический маятник». Цель работы – изучение колебаний физического маятника. Мы видим физический маятник. Здесь мы можем посмотреть амплитуду, также счетчик периода, то есть количество маятника, прохождения маятника, и также время. Кнопки сброса и стоп. Мы выбрали количество колебаний 7 раз. То есть мы берем, оттягиваем на амплитуду единичку, отпускаем. И когда здесь будет 6, мы нажимаем кнопку стопа. Отпускаем. То есть на 7-м разе он отключился и время остановилось. Записываем результат. Также повторяем на двойки, тройки, четверки и пятерки. Заполняем таблицу. Заполняем таблицу номер 2. В ней мы сами берем амплитуду, то есть мы берем 3. Отсчитываем также 7 раз. Делаем так 3 раза, записываем результаты времени, также рассчитываем период и L. То есть интервал величины. Далее мы меняем положение маятника на 12 единиц вверх. Затем также повторяем 3 раза с периода 3. Далее готовим отчет по проделанной работе и готовимся к защите на контрольные вопросы.